Друзья, всем привет! На связи Елена Смирнова. Сегодняшнее видео по проекту, вот, где мы зарабатываем на мемах. Но прежде хочу сказать, в общем, полная беда, полный финиш. Как жить, ребятки, я не знаю, что делать. Это касается только российских пользователей. Значит, вчера я установила новый прокси. С утра все замечательно. Все работало везде, как бы и всюду я заходила без проблем. Сегодня опять, уже не сегодня, вчера вечером уже мне не зайти ни в буксы. В общем, этот мне не зайти. Coinbase. Сейчас чуть позже вернусь к этому проекту. Вот. Не зайти. Вход недоступен мне. Доступен. Вуаля. Ребятки, аллилуйя, слава богу. Вчера не был. CoinPod тоже недоступен был. В общем, я вообще не знаю, ребятки, как работать. Все блокирует. Все. Вот я не знаю. В общем, на FaucetP мне по-прежнему не зайти. Сейчас проверю. Я столько буксов поудаляла. В общем, полный финиш. Сейчас попробую зайти. Я вообще не знаю. И сюда зашла, слава богу. Но зато на Faucet Pay мне не зайти. Видите, не удается получить доступ к сайту. Это проблема. Не их, не Faucet Pay. Это проблема с российской стороны. Что делать, как быть, я не знаю. Вот. На многие сайты мне не зайти. Вот. Теперь вернусь вот к этому проекту. Может, у вас у кого есть, кто как борется вот с этим, с такой проблемой, если кто сталкивался. Может, у кого есть какой прокси. Может, скинете какую информацию в комментарии. Может, ссылочку на прокси. Я не знаю. В общем, кто в России, из России участники, работают вот в этом проекте, можете не тратить, ребятки, свое время. Я вчера переписывалась со своим рефералом, партнером по бизнесу. Он поставил денежные средства на вывод, и вывод у него недоступен. Проблемы с PayPal и всякая такая фигня. Вот, я... Ну, вот он мне написал, да. Ну, я, естественно, побежала на проект. У меня тут минималка на выбор, на вывод 1 доллар здесь. Но у меня доллар 80 сколько там было. Доллар 80 чем-то. Я бегом поставила на вывод. Ему написала, говорю, если у меня такая же проблема будет, как у вас, то значит все, кирдык-пердык проекту. И проблема не в проекте. Сейчас я вам все покажу. Значит, мне пришло письмо от администратора. Вот. Пожалуйста, исправьте ваш PayPal, чтобы мы могли отправить вам деньги. Мы получаем следующую ошибку. Извините, этот получатель не может принимать платежи прямо сейчас. Пожалуйста, свяжитесь с PayPal, чтобы решить эту проблему. Проект, ребятки, хочу сказать, шикарный. Кто не из России, работайте, проект платит. А кто в России работает в нем, не тратьте свое время.
Я неоднократно выводила с этого проекта. Здесь у меня уже заработано 53 бакса. Все замечательно. Без проблем. Пошла я на этот кошелек. В общем, санкции ввели. Он же иностранный. Писать, я думаю, не имеет смысла. Связаться с нами. Вот. В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств, чтобы вывести, свести к минимуму возможные дальнейшие сбой обслуживания. Мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта. Ну, тут писать уже куда-либо не имеет смысла. Правильно? Вот, они же тоже не могут нарушать закон, ну и все такое. Ну, вот как-то так, друзья. Так что, кто не из России, работайте, зарабатывайте. А кто из России, не тратьте время, ребятки. Вот. Кто не знает, как загружать картинки, или вам не найти картинки, хочу вам подсказать, можете вот эти картинки скачивать. Потому что здесь каждый занимается тем же самым. Кликайте «Сохранить картинку как», скачивайте, публикуйте на свой канал. Вот. Все легко и просто. Все этим занимаются, как бы. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Вот. Если у кого есть какой прокси, я не знаю, ребятки, может, подскажете в комментариях. Как бороться, я не знаю. Это мне, чтобы зайти, мне надо новый искать прокси. Я один уже... Я его не удаляла, он просто отключен. А этот включен. А через VPN сюда заходить нельзя. Но такие вот у них правила. Я не знаю, ребятки, что делать, как быть. Ну, хоть доступ есть. Хоть одной проблемы меньше. Но я очень много удалила буксов, так как мне не зайти. Мне даже вот в этот свой букс тоже было не зайти. Представляете? Не знаю, если в буксы зашла, может, вчера пробовала зайти, и фигос. Вот. Сейчас посмотрим. Зашла. Ну, слава богу. Ой, я не могу. Беда, беда, огорчение. Как работать? Я не знаю, ребятки. В принципе, на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.